На публичные слушания по исполнению городского бюджета пригласили жителей Брянска, экспертов, представителей общественных организаций. С докладом выступила начальник финансового управления горадминистрации Галина Баранова. Основные статьи расходов за прошлый год социально направленные. Более 70% городской казны пошло на образование, физкультуру, спорт, ЖКХ. Однако город имеет кредиторские задолженности. И задача руководства Брянска – выполнить свои обязательства. Долги надо гасить. За выполненные работы надо рассчитываться, за потребленную электроэнергию надо рассчитываться. Это проблема. Это то, чем мы сейчас занимаемся системно, начиная от увеличения доходной части, то, что касается арендной платы, взыскания долгов, взыскания недоимки по налогам. Это поиск других источников пополнения бюджета, упорядочение имущественных земельных отношений. Руководители города называют также первоочередной задачей оптимизацию расходов казны. Участники публичных слушаний одобрили исполнение бюджета. Теперь этот вопрос будет рассмотрен на сессии городского совета. Артемий Маркелов, Леонид Гончаров, события Брянск.